Так, вот приехала моя курточка Canada Goose. Привезли мне ее из Америки. Куплена у официального дилера. Сейчас откроем, посмотрим, как она запакована. Сниму пошире. Дистрибьютор Peter Glen. Есть на сайте Canada Goose. Так он выглядит спереди, так сзади. Это одна из отличительных черт настоящей парки. Лейбл должен быть Canada Goose. Говорят, что вообще раньше это было для того, чтобы человек, когда упал в снег, в сугроб, его можно было выдернуть за пуховик. Сейчас в Москве можно использовать для того, чтобы вытаскивать человека из метро, из вагона. Вот. Давайте раскроем, посмотрим, что у нас по карману. Так, здесь есть три внешних кармана. Чекайтесь. Да, официально в магазине стоил он $900, без налогов, отдельные еще налоги. Тоже обратите внимание, что замок должен быть очень крупный. Замок не может быть мелким. Сделано специально, чтобы он не примерзал. Он двойной, открывается как вперед, так и назад. Опять же, фирменный лейбл. Также отличительная черта – это логотип внутри. Все кленовые листы должны быть очень четкими. Так же, как и на рукаве. Они должны быть четкими, хорошо прослеживаться, не расплывчатыми. Очень качественный пошив нити, без каких-либо замятин. И обратите внимание, что здесь написан сайт, так же, как и официальный. Вот. То есть, тоже отличительная черта. Плюс здесь есть лейблы, которые пошиваются не один на другой, а в ряд, голограмма, гарантия качества и инструкция по эксплуатации. Причем все эти лейблы нельзя срезать, иначе гарантия пропадет. Кстати, гарантия на это изделие якобы 15 лет, но на официальном сайте такой информации нет, но если что-то случается после носки, какие-то потертости, вы можете списаться с официальным производителем, то есть не надо идти в магазин, где вы это покупали, это прям связь с сайта, и пишите свои проблемы, присылайте фотографии, они просят вас отправить им эту куртку, проверяют ее на качество. Если случай признан гарантийным, они вам ее меняют по гарантии. Итак, еще у нас здесь внутри три кармана. Один на молнии и два на... два без чего-либо, просто два кармана. Это специальный городской тип парки, уменьшенное количество пухов в плечах и в локтях, для того, чтобы было удобно передвигаться. Сейчас я сделал небольшую паузу, надену куртку, вы посмотрите, как она смотрится. Так, я надел куртку. У меня размер S. Я подбирал отдельно в Москве, в магазине примерял разные куртки, которые мне понравились. Значит, здесь два кармана внутри с подшитым флисом. Он очень такой приятный на ощупь. Очень даже сразу руки тепло становится. Еще один карман здесь, как я и говорил. Он идет чуть в сторону и вниз, и довольно глубокий. Вот, если увидите, я здесь рукой дохожу. А внутри есть на рукавах манжеты. Мягкие специально, чтобы снег не попадал, не задувало в рукава. И рукава достаточно такие глубокие сами по себе.
Значит, капюшон обвит мехом, каюта. Выглядит громоздко, но на самом деле он отстегивается. Можно здесь отрегулировать размер капюшона, чтобы его было удобно носить, комфортно, так как нравится вам. Ну вот, пожалуй, и все. Это был краткий видеообзор про парку Шато городского типа Canada Goose.